Да там девчонок, что они? Смотри, комарик. Нет. Бинокль доставай. Бинокль доставай, папа пинает. Папа? Угу. Ищи папу. У вас там солнышко на тарелке не думает, да? Да не, это вон там, он алгабас. Мы вон здесь вот правее. Да это туча какая-то, вот так шла и завернула в обратку, блин. Я думала, она наоборот туда на колхозы уйдет, а она и там полила, и здесь успела. Папа был когда молодой, он был как чупа, а сейчас он уже не такой. Папа, вон он. Папа говорит, вон наш. Папа, вон мячик держит, видишь, пинает. Видишь, в оранжевых бутсах. Да. Расскажи стишок, Марсен. Расскажи, идет бычок. Пупатю. Я тоже так. Да если бы я не знала, я бы не поняла. Нет, Путю, мутю. Сейчас подожди. Какой музелин. Музелин. Нет, ты на папу смотри. Смотри, как он. Смотри, он с мячиком вон пинает. Смотри. Папа сильно с мячиком. Бери на руку, на эти, папа потом скажет, что ты самый молодец, следил за папиной игрой. Эмильке скучно, с Макаром он лучше играл, они так с Макаром хорошо играли. Макар такой скромный, знаете, я ему купила воду тоже, конфеты даю. Он говорит, это мне можно? Я говорю, ну конечно, я же тебе даю. Я не привык брать. Вообще мы всегда приучаем детишек, что как бы там ни было, то есть нет, вообще просто средства гигиены. Я понимаю, что если ты, допустим, хочешь пить, мы тебе нальем, конечно, стаканчик, там все дела. То есть я всегда своих приучала, что с одной бутылки пить нельзя. Нельзя, да. У меня удалили на без разрешения, вот так вот дети подойти чужую бутылку в жизни не возьмут. Она вообще протест, и она не может.
Но это как бы не принято считается, понимаешь? Она помоет стаканы, она приедет, все после перемывает. Ей кажется, что он плохо помоет. Его стакан вообще не Помоги! 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 Помоги!